И снова здравствуйте, друзья! Продолжаем играть в Divinity Original Sin. Как вы помните, прошлой весьма драматичной серии с долгими гамлетовскими диалогами мы повыясняли много интересного. Зомби Джейк, точнее просто советник Джейк, оказался... Ух ты, смотри, кто-то там ходит. Король Брактон, ух ты. Он оказался верным служителем Пифи и плохим. Телерон осознал свои ошибки. Я понял. Я пока полежу, расскажу. Телерон подвинься. Он осознал свои ошибки, понял, что был неправ. Вот и нам. Чувак, ты меня придавил! А, ой, да, прости. Что это, сохранение пошло? Это, я, знаешь, что мне сейчас в голову идея пришла? Какая? Давай мы не пойдем сейчас сюда, а пойдем на огненные земли. Еще наверху обследуем. Почему? Потому что если здесь король брак, то это, по идее, босс локации главный. Ну, как главный, не главный, но перед ним нам намекнули, что нужно вальнуть еще близнецов. Ну да, я согласен с тобой абсолютно. Поэтому давай быстренько пойдем. Да, нам там еще на поверхности есть более чем... Пройдем через мост, ты ж огрский язык там знаешь? Ну, в принципе, да, я же разговорник. Что? Что это было? Что это тут? Только что посияло. Заклинание, трупы применяют заклинание. Напоследок. Никак не угомоняться. Так, нам надо... Нам надо... Аж вот сюда. Ну, через Огра пройдем. Да. Я помню примерно это. Подожди, а там тележки, да, с маслом всяким. С ядом, там наверху же мы были уже, да? А, или это ж как раз туда нам и нужно. Вот этому к яду, по всем этим делам. Так. Вот, яд, и тут Огр ходит, и мы через него на огненную землю пойдем. Тележка там, да, видишь. Мы же обыскивали все, да, вроде возле тележки этой там до кладбища. Да, все обыскано. Так, я по маслу прошелся, замедление, хорошо. Я попробую обойти маслицы. О, хорошо. Мне главное, яд убери. Сейчас забацаем. Можно бочку взорвать, это будет масло варить. Так, ну сейчас что-то вспыхнет. И масло, и... А, ну да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Ага, вот. Давай еще сжигай облако. Вот, вот так вот. Вот так вот это делается. Оп! Ла-лайла. А, все, исчезло. И туши. Само исчезло. Дождик. Тушите. Туше. Прикольно, угольки так проанимировали. Мне понравилось. Я не знаю, захватывать ли территорию побольше. А, захочу пусть. Все. Ладно. Нормально. Дождик еще никому не мешал. Ну ладно. Так, сейчас тут сохраню. На одиничку. Может, не забывайте, ребят, сохраняться постоянно. Да, тут даже сама игра подсказывает, сохраняйтесь под часик. Так, стой, а он пока что нейтральный. Да. То есть, может, нам драться с ним не придется. Меня смущает, правда, яд. Так, сейчас. То есть, чтобы пообщаться, мне нужно подойти на яд. Так. Не, мы бы его вальнули в 8 уровне, тролль зомби. Не спорю. Ну, просто если бы валить, то это уже сразу издалека, знаешь. Надо бы пообщаться бы. Ну, попробую. Он отхиливается. Я тут рядом подойду, если что. Стой. Отравление, видишь. Ну, ничего страшного. О, так. Ой, подожди. Надо было почитать хотя бы его. Ну, я вижу 750 золотых. Грунт. Гра. Ну, может, это, загрузиться, почитать хоть его. Он спрашивает грунт, гроупс, гра. Либо просто говорит. Ну, так. Ну, он старый, логично, что он старый. А ты можешь сейчас открыть инвентарь? Не.
А закончить диалог попробуй. Нету. Ну, граф попробую. Ты хочешь отдать 750 золотых? Ну, не знаю, нет. А какой вариант? Граг, граф? Давай заново загружу сейчас. Хоть посмотрю, да, чего, какие варианты. Да, так. А ты что же не можешь отдельно читать, да, пока я общаюсь? Почему? Могу. Наверное. А ты, это диалог обязательный, ты в него вступаешь или по желанию? Не, я сам подошел к вам. А, ну, значит, я тогда тебе передам эту книжку и попробуем провернуть махинацию такую. Попробуем провернуть. Так, давай, загружайся, Сайсел. Я бы, честно говоря, его вальнул бы. Ну, он добрый. Ну, хоть и зомби, да. Давай мне книженцию. Я даже тут подальше стану. Разговорник, так. Где этот разговорник? Где же он? О, зомби. Краткий зомби тролльский. Отправляю. Так, где? Читать. Краткий. Давай. Ну давай, ты там постоишь. Угу. Итак, так. Он говорит мне грунт. Громфгра. Надо заплатить троллей сбор. Хорошо. Варианты. Граар, Громф, Гром. Ты меня очень рассердил. Второй вариант. Громфград. Смерть идет за тобой. На твоем месте я бы не стал тратить время на это глупое занятие. Так, вариант Грак. Я знаю, что тролли собирают плату, но для зомби они всегда делают исключение. Граг уже неплохой, вариант мне нравится. Да, ну и граф, 750 золотых. Граф. Вот, держи, сотни с тебя хватит. Да. И дать ему 750. Не, ну сотни я бы дал ему. Попробуем. Скажи, Граг. А ну-ка. Че он скажет? Он отвечает Гримп. Гримп. Возможно, ты прав, проходи бесплатно. О, как. С разговорником. Все отлично. Супер! Давай на двойку сохраним. Конец, да, сохранить на отдельно это. Так, подожди, сейчас я что-то нужно сделать. Так, противоядие какое-то. У меня вроде было что-то. Так, надо на огненные земли пройти. На меня, да? Ну, ты будешь антиядин. А кто еще? Ну, пока это не перезарядится никто. Я понял, ладно. Идем сюда. О, огненные земли. Идем, мы сохранились, не важно. Ну, куда вы... А с чего они обходят через кудыкины земли, не пойму. Куда они пошли? Ну, вот сюда. Да сюда иди. Да, вот. Слышишь, они пройти не могут. Вот, пошли. Только горим, и это самое. Неважно, вот мы стали здесь. Я не пойму, что мой стоит на месте и травится. По яду иди. Так пытаюсь, но тут... Да тролль... сейчас он. Нет. Ой, кошмар какой, тупо как-то сделано. Просто тролль... Ну я понимаю, он... Да нет, не общаться. Ох. Клацай мелкими шагами по яду, если так сделал. Глючна немножко территория. Ну посмотри, он на месте. Давай влево, давай. Оп. Он все, прошли, теперь отхиливаемся. Ой, кошмар какой-то. Так, у меня тоже есть отхил, я сам себя отхилю. Так, отлично. А ну посмотри, у тебя сейчас сколько здоровья? У меня максимум. Ну сколько максимум? Сейчас скажу. 555 из 550. Ладно, я забыл, я хотел сложение. 467 на 523 у Бердатир. Ей разочек надо. Все, супер. Так, еще раз сохраняемся на другой слот. Мы, получается, с другой стороны на эти земли. Мы могли подойти, кстати, с той стороны. Могли. Через тролля. Ну, но так интересно. Через тролля, конечно, гораздо интереснее. Так. Ладно. Что у нас здесь? Ничего не видно пока, да?
А ну подожди, я попробую, ну не знаю, даст это что-то или нет. Давай, дождик. Не уверен, конечно, если ну, тут да. такие прям огонь тут такой некроманский. Ну, видишь, нет. Ладно. Будем, в принципе, аккуратненько можно. Да, да, можно. Так, просматриваем, что там. О, смотри, огненный странник. Звездный камень. Бой. Ты. Я ничего не делал. Я тоже. Что? Там на нас понаправлял страшное такое. Парень, ты там ничего не перепутал. А, вот дождь нам пригодится, хотя бы это горение снимем с себя. Так, сейчас попробую его псом укусить. На один промежуточный алтарь. А, ого, еще один алтарь, прикольно. Так, отлично. Главное сейчас лечить не забывай. Вампирический, я думаю, сейчас можно да, будет да, использовать. Да, да, я тоже попробую. Я могу, в принципе, его кому-то еще скинуть. Ну, хотя Не-не. Просто хорошо, если он дистанционный. Так. Вот это, видимо, близнец. Так, смотрим, что... призывать кого-то или... Да нет, я думаю, одна цель, нужно его валить. Да, да, валим щиты его. Щиты всякие. Ну, лечить и... Я, смотри, могу по саппорту, могу по урону. Так, а огню сейчас посмотри, что это. Ля, кстати, он офигенный, красивый очень. Такой Грут. Мини-ве... Такая толстая версия Грута. Так, повышение брони... Ну, на огонь у меня, к сожалению, нету сопротивления. Пусть, кстати, дождь непрерывно тоже идет. Ну я тебе бафну вот это, оно не помешает. Укрепление. Что оно дает? Броня укрепляет тебя. Хорошо. Крепит. Так, да, кстати, если вам слышны звуки, ребят, не обижайтесь, открыли окно, потому что очень жарко. Ну да, лето. Тут такие сайсели, телеги ездят громко, очень под окнами. Так. Огненный. А ну вот так я попробую. А, нет. Смотри, что по области не шмалянуло. Да, вижу, уже вижу. Яд будет брызгаться. Огненный. Видимо, ладно. Тут два этих. Там должны быть таких чупакабры огненных. В общем, близнецы огненные. Ну, может, это даже не близнец. Может, близнецы будут позже. Кстати, он животное какое-то бегает. Что это такое? А, это кролик. Не хватает, что ли? Хватает, чё ж не хватает? Ну, отлично. Так, здоровье пока вроде на терпимом уровне, но сейчас он походит. Так, и посмотрим. А ну. Он. Сильно ли он валит? Чё он делает? Я не понял. Что-то он ударил, а урон О, вот по мне попал, хорошо попал так. Так, ну, друг, мы ж тебя сейчас сожрем. Ну, крепенький такой парниша. Да, ну, не видно, он, сколько... На него влага действует, а на нас не действует. На кого? Так. Сбивание с ног не действовало на него, да? Там он большой, куда там его сбить? Я тогда буду просто урон наносить, потому что да? он один. Ну, кровотечение, я думаю, тоже не пройдет. Да, у него крови вряд ли... Хотя здесь тут скелетов можно кровь пустить. Не действует. Чё, на три удара вот даже крит прокатил. Так. Ну смотри, у него уже мало жизни. Меня. Подлечь тебя, да? Да, можно. Меня отхилить сейчас немножко. Немножко, говоришь. Не хватает какого-нибудь АОЕ отхила на да, всю команду. Сразу по всем. Да. Мне просто в Darkest Dungeon не нравится. Там есть такое, что всех Ну да, да. Он чуть поменьше, но зато он всех своих хилит. Так, отлично. Кто там ходит дальше? Ну вот я думал, что там еще пустить. Не, ну посмотрим, крутой. Так, а ну сколько свиток этот стоит применить? Может я его применю все-таки ради... Давай, давай, мы посмотрим. За... О, отлично, можно применить. Давай. А мы посмотрим. Использовать. Цель слишком далеко. А какой у нее радиус здесь? Vampire.
далеко. Я попробую его, может, тебе скинуть, потому что я не достаю. Так не, лучше подойди и на следующий ход фиганешь. Вы погружаете клыки в плоть противника или союзника, находящегося на расстоянии вытянутой руки, и выпиваете его жизнь. Ладно, давай мне, если хочешь. Я подходить не хочу. И, не, Мадори кинь. Ой, ну перекинь уже. Ты Мадори, хорошо. А я тогда сейчас попробую, посмотрю, что еще могу кастануть. Так, защита. Дождя пока хватает вроде. Чего? Недостаточно очков. На передачу нужны очки действия, да? Ну, короче, типа, я не активный, я не могу сейчас ничего делать. То есть ты в свой ход передал, как бы. Так, хорошо. То есть, ладно, я уже переменю. Давай, бомби. Цель слишком далеко, то что ж такое? Да хоть что-нибудь делать. Да хочу применить, но не хватает у меня РМ. Странно. Подойду, ладно. Какой-то костер горит посредине, под деревом. Ну, странно все равно. А, это, видимо, тоже... Я просто смотрю куча навыков, которые я даже не знал, что они ближние. Ладно. Тогда подождем, значит. Да, Мадоре надо поддавать эти навыки ближние все. Ну, отлично. Ну да, сейчас бы как раз Мадора бы отвампирилась бы с него. А ну, у него пока еще жизни есть, так что я думаю, посмотрим. Давай, Мадора, помидора. Ходи потом. Он сейчас походит, и потом волк. Волк вроде сильно там не должен снять. Потом я. Не действует. Хорошо. Ну, урон-то нанес. Ну, ладно. Да. И чё? Что это за восклицательный знак был? О, отлично, атака по возможности. Он призвал кого-то? А. Элементаля огня 8 уровня. Какой-то он маленький, этот элементаль огня, если честно. Не можно пёс. Добить, я думаю, уже этого чувака. Да я бы псом, наверное. Ну ладно, вы валите элементаля, я, может, отдальнее мы его... О, смотри, как он сдулся. О, он еще взорвался. Угу. Ну дождь пока идет. Только она вас не сильно действует. Да, ой, очень плохо все. Ага. Да. Сейчас так, свиток этот, да? Ну попробуй применить, да, на нем, кстати, это жрешь все. Сейчас попробуем. Как его использовать? Правой клавишей использовать, а потом клацаешь на цель палочкой. Цель слишком далеко. Так, подойди. И сколько нужно, чтобы использовать? 4, по-моему. 4, у меня 7. Значит, вот сюда могу подойти. 3. На парочку подойди. Просто на огонь. 2. А ну-ка. Сейчас. Так. Подгорел. Ох ты, вообще еле живой, отхиливай. Да. Срочно отжирай его. Ну слабо, да, не конечно. Сильно. Так, и... А, это мне перезаряжается. Надо тебя спасать, да. Так, ну я не могу ничего сделать. У меня не хватает очков действия. Хорошо, вот я сейчас тебя буду лечить, и все, короче, помогу тебе. О, смотри, как ты еще сам подлечился. Надо бы, конечно, меня и Мадору. По максимуму. Да, у Мадоры хотя бы 700 с чем-то жизни. Так, у тебя, говоришь, не хватает очков действия, да? Ну, не хватало тогда. Или ладно, я вот так вот попробую на Мадору. Ускорение, тепло. Угу. Хорошо, так, стреляем. Мне кажется, этот хрен тоже может взорваться. Да, обязательно. Что-то вот, мне кажется, надо будет под конец отходить. Ну, посмотрим. Так, хорошо. Тогда у меня еще укрепление было. Шпок, смотри, опа. Ну да, сейчас он... Все? Да, я же добавил яичко в действие, как раз хватило на две тычки. Железная руда.
Инертный камень, это я своим подберу. Блин. Железная. Мадора летает. Железная руда. А, вот эти сектанты. Очередные. Сейчас у меня перезагрузится. Так, что есть что-нибудь? Приказы сектанта, кстати, можно что-то слопать. Я яблочный пирог. Съем. 42. Отлично. Лечение и сопротивление ядам. Так, дождик. Да, сейчас будет все. Подожди, кастую, кастую заклинание. Так, пса заново сейчас перепризову. Огненный странник. Так, хорошо. Пес заново, Бердатир почти живая, почти полная. Так, надо сохраниться. Еще один инертный камень подобрал. Сохранение. Его толку пока непонятно. На четверочку сделаем новое. Ой, только хотел в рюкзаке поковыряться. А вот так. Да. Так, Мадоре, значит, отправляем ближний свитер. Так, ну вроде тут ничего рядом не валяется. Угу, вроде бы ничего, да. Так, может быть нам еще придется в город возвращаться, но я еще пока не уверен в этом. В смысле, для чего? Ух ты, а что это, мост, ведущий в никуда? А, это потайная дверь какая-то. Где ты его увидел? Ну вот, если дальше пойти, к порталу. Ну, портал мы и исследуем, да. А тут кого ты увидел, сектантов где? Там валялись дохлые. А. Кстати, записку давай прочитаю с них. Давай. Так, где записка? Приказы сектантов. Так, что-то я их не вижу, этих приказов сектантов. Кстати, у кролика поспрашиваешь, как дела? Вот они, да. Читать. Ну же, читайте. Так, непорочные, не подведите. По воле Пифии и самой богини я поручаю вам возвратить кровавик, который, по слухам, находится в гробнице короля под Сайфом. Вот мы у них, кстати, у короля потом кровавик отберем. Как можно скорее доставьте его леди Аттенберы, и горе тому, кто подведет богиню. Лоик. Кровь ее силу являет, славу ее прибавляю. Ну, стихи эти свои пишут. Короче, это дорога в Сильверглен. Сильверглен. Кролик что-то вещает. А ну спроси, что там. Стой же ты на месте. Та ну куда ж ты побежал? Это по тебе попасть. Херонил. Стой, угомонись, кролик. Вот он. О. Опять, давай. Фух. Кролик обреченно смотрит на вас. Такое ощущение, что он хочет поговорить с вами, но не может. Что с тобой, дружище? Кошка язык откусила. Кролик кивает и показывает на северо-восток. Видимо, туда и убежала злосчастная кошка. Это типа вернуть язык и пришить ему? Конец. Нет, дорога на Сильверглен, скорее всего, не нажимай пока мост. Я не нажимаю. Это, просто... скорее всего, типа... Другая уже локация. Переносишься, да, на другую локацию. То есть пока что я не думаю, что нам сюда кошка нужно. Кошка убежала в Сильверглен. Да. Ну, телепорт это хорошо, конечно. Так, нам огненные земли доисследовать. Ну, это уже будет в следующей серии. Да, да. Так, тут мы. Тут тележки какие-то, тут ребята. Все в огне, конечно. Трусливый кролик. Тут где-то чувак еще ходил, я помню. Да? А, тут и не один, скелетики были. Были скелеты, не знаю, как с этим бороться, правда, все в огне. Ну ничего, разберемся. Ничего, ничего, мы пришьем ему колесико. Да. Так, все, ребят. Да, можете уже с готовностью ждать новой серии. Она вот-вот уже на подходе. Огненной серии. Да. Все,
В ней и увидимся. Да, совершенно верно.